Всех приветствую, дорогие друзья. Итак, посмотрим расклад на неделю, наконец-то. Ставьте, пожалуйста, лайки в качестве оплаты за предсказание, за гадание, как вам удобно, так вы называете. Ну, в общем, неделька предвидится очень даже интересная. Все время удивляюсь, конечно, мастерам, которые выходят в прямой эфир, у них безупречные пальчики, ноготочки. Если мы даже воском поработаем, весь маникюр слетает вообще. Все ручки израненные. Смотря что. Ну, в общем, у меня, по крайней мере, так. Не знаю. Это надо тогда переделывать каждую неделю или после каждого человека руки залатывать. Вот тоже вот. Типа ожога. Ну, что делать? Итак, карты понедельника. Сейчас мы перевернем. Понедельник, вторник. Среда. Четверг. Пятница. Угу. Ну что, поедем и смотрим, что у нас получается. И неделя будет это интенсивная, достаточно быстрая. У вас будет к вам вообще-то спешит человек молодого возраста, не взрослый, ну, за 30 где-то, от 30 до 40, плюс 2 года, вот так вот. И он к вам не то что с открытым сердцем, с быстрыми ногами, хочет увидеться и хочет свидания. Либо вы вот познакомитесь с кем-то, что человек очень быстро захочет близких отношений. Он очень энергичный, быстрый, очень по энергетике вам очень подходит. Если у кого-то этого нету, то вот-вот это будет. Итак, карта понедельник. Вы получаете удовольствие от проделанной работы, и она вам принесет результат. Вы уже будете видеть понедельник все-таки. Вы любите то, где вы находитесь и чем занимаетесь. Я про то, не как вы вот ходите каждый день на работу, а то, что вы любите делать, оно вам принесет пользу, принесет результат. Просто это не так быстро будет, как вы хотите. Карты вторника. Во вторник можно вот просто прочитать их буквально, что во вторник будете печалиться, будет вам ребенок говорить про какую-то поездку, хочет поехать. Вас немножко где-то это и приободрит, и в то же время опечалит. Вторник тоже такой быстрый день, насыщенный, но такой немножко драматичный. Не драматизируйте, все достаточно легко. Дальше. Эта карта мне очень понравилась и нравится. Вот она у меня идет как много-много событий, карта будущего. Ну, у некоторых моих подписчиков, я же тоже слушаю обратную связь, наоборот, день тяжелый, ближе к ночи они чувствуют свою усталость. То, что будем трактовать так. Карта в среду говорит о том, что вы будете слышать новости от близкого друга, от которого пользы мало, а хлопот много. И именно в среду вы из-за этого друга будете чувствовать накат усталости. Но вообще по карте для будущего и ваша карта, и по этому другу, даже если сейчас у него много хлопот, и он вот всех утомляет, это ни о чем не говорит. Собачка маленькая вырастает в большую. Со временем у этого человека, можете даже ему передать вот в среду, будет все очень даже стабильно и хорошо. Да, сейчас ему требуется ваша помощь. Окажите ее, с вас не убудет. Но также эта помощь может быть нематериальным, не только в духовном, а несколько даже эзотерически. Может быть, вам нужно свести этого человека с каким-то вот, кто сможет ему помочь. Вот. Это тоже может казаться ведунов, колдунов, всякое-всякое, вот, уважаемые высшие люди.
люди, понимаете, то, что видят те, что не видят. Но у этого человека неприятности, много-много мелких неприятностей, но у него хорошее будущее. Вот в среду вы будете явно и поймете, ну вот явно и чувствуете, сразу поймете, кто это. Так, карта четверга. Я перевернутый не читаю, поэтому переворачиваю сюда, хоть она там что-то мне сказала. Так, ну что, жесткая экономия у вас заканчивается. В четверг вы почувствуете толчки. Вообще у вас все хватает. И чисто дома, и ссор нету. Но в четверг вы будете и хотеть подсчитать свои запасы, и все-таки будете как бы недовольны. Я же здесь вижу наоборот. С четверга вы начинаете расти. Либо вы подсчитаете и увидите, как вам дальше в направлении, каком идти, либо еще что-то. Потому что на пятницу, вот карта метла, да, повымели, попереживали, еще что-то. Карта пятницы говорит о том, что как же вам не хватает, как же вам не хватает средств, как же все это не хватает. Но, опять же, на этой карте, ну, она, пятерка пентаклей обычно ничего не дает хорошего. Кроме как я могу предложить на этой неделе пользоваться заговорами, заговорами на привлечение средств. Но здесь вот она держит крыс, да. Крысы, они очень умные. Хоть за хвост ее держи, хоть за голову, она всегда найдет выход из любой ситуации. Смотрите здесь, что у вас наступают перемены в нехватке средств. И эти перемены очень к лучшему. Во-первых, будет несколько источников дохода. Возможно, на сегодняшний момент у вас 1-2, да, источника. Будет 3-4. То есть эти источники, они будут расширяться. Вот так вот расширяться, понемножку расширяться. Так, карта у нас среды. Ага, карта среды. В среду будьте очень решительны. Знаете, вот, как менты, да, вот как служители закона. Есть какое-то дело очень такое, ну, не совсем ясное. В субботу тоже вот будете понимать. Но смотрите, я не вижу, что это по отношению к вам. Но вижу, что вы здесь фигурируете. Эта карта говорит о том, что с вами не совсем откровенны. А вас надувают потихоньку. Причем, да, вас, не вы, вас. И причем чувствуют себя на высоте. Надули вас, а у меня все в порядке. Но это первый вариант, да? То есть в субботу... В общем, в конце недели вы будете обдумывать предложение, которое будет вам не на руку. Давайте скажем простым языком. Если вам предложили работу или сказали, да, ну давай выходи поработай или еще что-то, воздержитесь, пожалуйста, потому что вам это будет не на руку. Там много есть мутного, но для меня и для моих подписчиков, для моих друзей карта Луна, она всегда идет как карта, ну, Лилит. Лилит для меня, она очень и положительная, и как карта оберег. Вот она бы вам порекомендовала воздержаться от данного предложения. В течение недели, вот, у вас будет предложение по работе, по заработку. Вам оно будет не на руку, но будет на руку тем, кто предложит. Им это на руку, вам нет. Воздержитесь и от мутного отходите. Карта воскресенье. Отличные новости. Отличные новости от женщины. То, что, вы знаете, вот вы можете найти то, в чем можно покопаться и найти негатив. Но в то же время в воскресенье, второй вариант, да, вы можете общаться, или придет к вам такой человек. Это кто коммуницирует с людьми очень много. Эта неделя очень насыщенная.
Вот это ваша карта, она замыкает эту неделю. Смотрите, вот на обороте всадник, и вы тоже в карте всадник, вы на коне. Я хочу сказать вам, что да, действительно неделя больших перемен. С теми, кем вы будете общаться, они, можно сказать, могут повлиять на вашу судьбу. Значит, кто предлагает по поводу работы воздержаться, потому что вам это будет не на руку. Дальше. Будете слышать новости от ребенка, будете хотеть, даже чтобы у вашего ребенка в прямом смысле это получилось, он немножко драматизирует, успокойте. Далее, тоже, опять же, такое ощущение, что вы будете с большим количеством народу общаться на этой неделе. Дальше у вашего друга какие-то мелкие неприятности, и от него мало толку. Ему можете помочь, и все-таки карта будущего у него очень хорошая. И еще что могу сказать? Ну, по финансам. Давайте послушаем тех, кто разбирается в финансах. Это да, те спикеры, которые, например, Роберт Киосаки, да, который имеет мировое имя, даже несмотря на то, что он в Америке, у него взгляды современные, но все равно несколько советов от него можно очень дельных услышать. Я уже не говорю о том, что некоторые компьютерные игры, там Монополия, еще что-то, они пришли от него. Вы можете, играя, понять, как строится бизнес в каком-то ключе. Поэтому финансы у вас уже начинают выравниваться, и перемены в них. Но пока вы чуть-чуть этого не видите. И всегда у вас будет выход. Сегодня нету, завтра есть. Сегодня нету, завтра есть. Почему у вас столько волнений в течение даже этой недели происходит? Потому что где-то у вас гуляли мысли, вы уходили мыслями в прошлое. Чего этого не стоит делать? Давайте вспомним так. Вот это вот карты и перемен, и известий. А потом в конце недели, в воскресенье, вы кому-то даете перемены и известий. Очень много людей, с кем вы будете общаться. Возможно, у кого-то будет праздник. И знаете, такая неделя пройдет под прям с любовью, сердечная, теплая. Очень хорошая неделя будет, несмотря вот на вот эти вот, как сказать, турбулентности. Турбулентность, знаете, что такое, я не буду вам пояснять. Давайте сделаем заключение, что... Во-первых, ваши мысли не должны гулять в прошлом. Вы переносите их, вот просто вот отловили себя на мысли и переносите в будущее. Во-вторых, в финансах у вас идет улучшение только через то, что вы любите, чем вы любите заниматься. Дальше. Вам не хватает немножко любви, так напитайтесь любовью. На этой неделе делайте то, что вы любите, то, что вы хотите смотреть. Любите себя там, поухаживайте за собой, примите там красивую ванну, вот все такое. И еще на этой неделе очень хорошо пойдут заговоры. Заговоры будут рулить. То есть не мантры, не магия Луны, а заговоры. Дальше. Луна в течение этой недели, она большая, объемная. Она прибывает. Пожалуйста, не передайте. И для моих подписчиков и друзей, пожалуйста, помните, что Луна вас оберегает в темное время суток, хоть вы и устанете, но вы будете чувствовать наполнение и ясность во многих аспектах. Поэтому аллилуйя, что сейчас Луна полная и имеет такое влияние на некоторых моих людей. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. У многих наступают улучшения в тех сферах жизни, особенно в которых есть застой, начнет картинка двигаться. Итак, всем хорошего дня, принимайте гостей на этой неделе, любите, будьте любимы, всем прекрасного настроения.